Как известно, этот дом в Останкино управляется очень уважаемым нами Егором Яковлевым. И сегодня в этом Егорном доме вас ждет встреча с клубом «Обана». В своих немногочисленных и, прямо скажем, малоинтересных письмах вы нас очень часто спрашиваете, из чего, собственно говоря, родился клуб «Обана». Из чего? Из чего же сделаны эти мальчишки? Отвечаем. Клуб «Обана», как и все живое, родился из яйцеклетки. Если у вас не прицепилось чувство обонания, двери нашего клуба открыты. Вам передача. Нам передача? Нет, это вам передача. Быстрее начинать, развозит уже. Я мучительно думаю о будущем. А стоит ли? Стоит ли отстаивать завоевание прошлого, например? Да я бы отстоял. Я бы отстоял, знать бы, в какую очередь встать. Я бы отстоял. Да, я бы тоже отстоял. Я бы отстоял. Потом бы взял бы, настоял бы, настаивал бы на ореховых корочках бы настаивал. Настаивал бы на шишечках, на еловых, на веточках. Настаивал бы потом, ах, ее хорошенькую, елову внутрь. Нежели хорошо, и нечего было начинать. А кто первый начал? Ты первый начал. Я первый начал? Ты первый начал. Кто сказал? Кто сказал? Давайте рекламу будем снимать. Денег будет немерено. Да я убью тебя сейчас, ты понимаешь? Я убью тебя сейчас за эти слова, ты боже мой. Сразу же. Сразу же. Выходи на неравный путь. Брейк. Давайте не будем кидаться в крайности. Давайте кидаться в яблочко. В историю. В богачи. Попадешь в просак. Это где? Я тебе потом объясню. Да? Целься! Огонь! Да я не в этом смысле. Ну, не в этом смысле-то, ну... Что? Хочу независимости! Нет, это без рекламы невозможно. Нет, это можно. Ваша реклама, наша независимость. Нет, можно. Ваша реклама, наша независимость. Нет, не понимаешь или ничего? Это ваша реклама. Нет, это ваша реклама. Независимость! Нет, это ваша реклама. Наша реклама – это ваша независимость. Или ваша реклама – это ваша независимость. И наша реклама – это наша независимость. Все. Ах, дама, завтрашнее похмелье уже сегодня. От всех болезней нашей нездоровой экономики спасут вас только российские банки.
Московская биржа труда предлагает свои услуги по трудоустройству бывших работников союзных министерств и ведомств, а также господ, обладающих новыми почетными званиями, отличник маркетинга и заслуженный брокер РСФСР. Впервые в навигации 1992 года флагман отечественной индустрии атомный дырокол «Ленин» Маркс и Энгельс. Нет, с ума не наша реклама, не наша реклама, не наша реклама, были ваши, стали наши, ваши, один раз отрежь, один раз отмерь. Я предлагаю унифицированный вариант для любой рекламы. Вот назови какую-нибудь фирму. И Карамбурс. Алисы, например. Это глупость. У вас кариус, милейший. Да это вообще пародонтоз. А с чего нам кого-то рекламируют? Чего вы тебе рекламируете? Себя порекламируют. За себя, конечно, себя. Я. Здравствуйте, товарищи, юмористы и сатирики. Поздравляю вас с долгожданным выходом в эфир грандиозной, самой могучей программы «Обана». Слушайте, ну а что самое главное в рекламе? Ну, цвет, не, ну, я, наверное. Я думаю, что там в уголке вот было. Телефон, телебак, там телефон, главное, башли. Нет, башли. Да при чем тут деньги? Ну, башли. Должно, чтобы как-то это было все. Спросил, что самое главное в рекламе. Мне кажется, что запомнить то, что рекламируют. Вот, например... Добрый день. Международная биржа – это полная гарантия от всех неожиданностей в вашем бизнесе. О, это чудная реклама, чудная. Ну, давайте пофантазируем на эту же тему немножко по-другому. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. Международная биржа. Это такая биржа. Это такая биржа. Это... Коленька, ну что ты хочешь, Коленька, ну, маленький? Бледину! Фирма «Бледина» – крупнейший производитель детского питания в мире. «Блединой» вскормлен весь мир. Кипятить, налить, высыпать, размешать. И дети растут, как собаки. Опа-на. Иванович, я возьму. Я же домой сегодня возвращаюсь. Сегодня домой. Нинке цветы ударю. А это запью последний раз под завязочку, понимаешь? Ну что ты смотришь, ты на меня выпить-то выпили, а закусили нам Thank you.
Так родился «Черный квадрат» Малевич. Обана! Отпустила. Застрахуйтесь вовремя. Обана. Инкомбанк. Быстрота операций. Обана. Когда вокруг одевают, мы... Станция Первомайская. Выход к столовой фирмы «Сана». Да. Оба-на. Биржа вторичных ресурсов. Необходимость... Каждый день. Фу. Что такое фу? Фу, это Фоменко Угольников, лучшие создатели рекламы. Бана. Обращаемся ко всем фирмам, которых мы отрекламируем. Вы нам должны, понятно? Можете присылать свои дивиденды в наш абонированный канал на наш абонентный ящик. Слух об нас прошел по всей Руси Великой, вам нетрудно будет нас найти. Вот, собственно, наш телефон. Хотя нет, это не наш телефон. Вот, вот наш телефон, вот. Грубо говоря, вот это оба наши телефона, понимаете? Что касается факса, то он у нас американский, поэтому, к сожалению, отвечает по-американски факсю. Если ничего не пришлете, мы так развоняемся, невозможно. Однако вернемся к рекламе. На смену эпохи социализма пришла эпоха абонизма. Понимаете, альтернативное времечко наступило. Альтернативное, я люблю это слово, альтернативное. Если у общества память есть альтернативное общество склероз, то у общества обана есть альтернативное общество на троих. Оно-то, собственно, и предлагает свою антиалкогольную рекламу. Лысый, смотрите. Дорогие русские друзья, встретил вас американские бренди. Слышь ты, козлина, знаешь, где у меня твои поганые бренди? О, где! А ты кто? Я американский шпион. А что тебе надо? Мы, американские буржуины, хотим знать, когда можно на вас напасть. А прямо сейчас? Вот смотри, у нас в политике полный раскрадаж, в экономике вообще ничего не понятно. Национальная окраина бушует, голод, разруха. Нам сейчас пленные во как нужны. Русский Ванюшка, сдавайся. Ты будешь пить американскую пепсикалу, русский чай и наши радушие. Опа-на. Thank you.
Пользуйтесь средствами гигиены, в каком бы состоянии вы ни были. Опа-на! Кто прыгает дальше, тот прыгнул на запад и прыгает там за Грины. Олимпиада! Абр! 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 Альбер! Альбервиль! 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 Это просто фантастика! В финале Олимпиады наши хоккеисты встретились с канадскими профессионалами. Это был удивительный матч! Удивительный! Наши хоккеисты объединенной СНГ очень уважали своего противника. И все-таки они победили! Свисток судьи, наши ребята были прекрасно вооружены и буквально подкосили своего соперника. Сейчас вы увидите, как это было. Вот наши хоккеисты выходят на лед. И матч закончился, едва начавшись. Вы видите, этот матч... команды. А наш вратарь буквально скучал в своих воротах. И чтобы немножко себя развлечь, занимался, простите, ну просто черти чем. Канадский тренер был в недоумении. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ловись, рыбка большая, маленькая. Альбервиль! Просто фантастика! В фигурном катании нашему спортсмену удался двойной тулуп! Двойной тулуп в исполнении нашего спортсмена! А вот американцы проиграли! Проиграли американцы! Проиграли в парном мужском катании и в парном женском! Фантастика! Наш прыгун с
трамплина буквально шагнул в вечность своим прыжком, как это и принято было на Руси. Альбервиль, просто фантастика! Санный спорт! Здесь выступила объединенная команда СНГ по санному спорту! Альбервиль! Это... я уже говорил, да. Биатлон! Здесь опять-таки победила наша команда! Наша четверка биатлонистов! Бокс! Хьясь! Но все это было бы невозможно без спонсоров нашей команды! Спонсоры нашей команды! Как спонсор? И не говори! Инкомбанк! Обана! Вы почувствовали, что девиз... Олимпиады в Альбервилле – это просто наш девиз. Быстрее! Выше! Сильнее! Не надо сейчас это. Я бы заменил все эти три слова одним понятием. Круче! Делай, главное делай помнить о том, что я должен быть лучше, богатым и здоровым, чем бедным и больным. Обана! 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 Не знаю, это ваша программа. Обана, вот.